22 февраля Церковь празднует обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского. Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Чин отпевания и погребения почившего предстоятеля Русской Церкви были совершены в Донском монастыре в Москве. По воспоминаниям очевидцев, в день погребения патриарха все улицы вокруг Донского монастыря были запружены народом, а очередь желающих попрощаться со святителем Тихоном людей растянулась на 1,5 километра. Духовный авторитет святителя Тихона был очень высок, поэтому большевики так и не решились на прямую расправу с патриархом, хотя и делали все, чтобы подорвать здоровье святителя. Зная отношение гонителей православной церкви к святителю Тихону, многие верующие опасались, что могила патриарха или сам монастырь будут уничтожены. И действительно, через 2 года после смерти патриарха Донской монастырь был закрыт. И лишь в начале 90-х годов монастырский комплекс был вновь передан Русской Церкви. Это совпало с прославлением святителя Тихона Московского в лике святых, а в 1992 году произошло событие, которое празднуется Церковью сегодня. Во время реставрационных работ в Малом соборе Донского монастыря были обнаружены останки, или, как называет их церковь, мощи святителя Тихона. Мощи святителя были торжественно перенесены в Большой монастырский собор, где пребывают и сейчас.